Василиса Валутина открыла тайны гороскопа на сентябрь. С тремя знаками зодиака случится нечто непредсказуемое. Иногда судьба преподносит людям просто невероятные сюрпризы и повороты. Именно к такому гороскоп призван подготовить представителей трех знаков зодиака в предстоящем сентябре. К счастью, перемены и неожиданности будут только приятными. Василиса Валутина уже давно зарекомендовала себя как очень опытный астролог. Она долго и тщательно проверяет каждую информацию, изучает положение планет и созвездий, и только потом выдает своим зрителям и поклонникам прогноз. Судя по всему, сентябрь станет прекрасным светлым месяцем, несущим радость и удачу. Закончится черная полоса, исполнится желание, воплотятся в жизнь планы. У кого же? Овен. Если сейчас все идет не совсем хорошо и не так, как хотелось бы, то Овну нужно подождать еще совсем чуть-чуть. Сентябрь все расставит по своим местам и подарит возможность кардинально изменить всю жизнь. Сначала это может показаться странным или даже страшным, потому что переменить нужно будет буквально все – место жительства, работу, круг общения, возможно, даже супруга или супругу. Но Овну нужно отбросить все сомнения в сторону и решиться на эти перемены, потому что именно они станут началом настоящей белой полосы. Василиса Володина убеждена, что Овнам светит настоящее счастье, и оно уже на пороге. Лев. Река судьбы Льва изменит свое направление в середине сентября, и он ощутит это каждой клеточкой своего тела. Изменения коснутся каждой жизненной сферы. Особенно будет бурлить общественная деятельность. Сентябрь преподнесет массу новых знакомств, встреч, много общения. Лев и так почти никогда не находится в одиночестве, но это будет что-то абсолютно новое. Лев станет добрее, терпимее, спокойнее. Счастье будет понемногу проникать в его жизнь с каждым новым человеком, с каждым разговором. Астролог уверена, что Лев сможет за первый осенний месяц не просто разбогатеть, а по-настоящему озолотиться. Рыбы. В гороскопе Валутиной особое место занимают рыбы. У них перемены предвидятся в личной жизни. Будут открыты новые горизонты и раскрыты новые грани характеров и отношений. Появится возможность ощутить любовь и заботу всем сердцем. В жизни рыб появится тот человек, которого они всегда ждали и которому пытались безуспешно найти замену. Это будет настоящая родственная душа, появление которой перевернет весь мир и представление о нем. Счастье само найдет рыб, и весь сентябрь станет сплошным романтическим свиданием со счастливым концом. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Попали ли вы в эту тройку знаков зодиака, с которыми случится нечто непредсказуемое? И помните, что этот гороскоп – это всего лишь предсказание звезд. Большая часть характера зависит от самого человека и воспитания. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!